Коллеги, с вами Максим Хмельничук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Наверняка вы слышали такую фразу: «Реклама не работает». С каждым днем реклама дорожает, работает все хуже, клиенты не приходят, клиенты не читают журналы, газеты, клиенты заходят на сайты, которых становится с каждым днем все больше, и не добираются до сайта вашей компании. Что делать с этой проблемой? Ну, во-первых, руководитель компании просто обязан понять и усвоить азы рекламы. Потому что если руководитель компании, не разобравшись с этой задачей, делегирует это одному из специалистов, то это закончится тем, что деньги будут просто сливаться, либо деньги будут банально вороваться из компании. Руководитель компании обязан знать азы рекламы. Предлагаю вам познакомиться с подборкой видео, которое есть на нашем видеоканале. Если вы перейдете по ссылке, то увидите плейлист, который посвящен как раз вопросу привлечения клиентов агентства недвижимости. Предлагаю познакомиться с материалами курса, который называется «Неочевидные законы эффективной рекламы». Если вы перейдете по второй ссылке, то как раз познакомитесь с этим курсом. И у нас существует курс привлечения клиентов агентства недвижимости от А до Я. В течение 8 часов я проводил онлайн-марафон, на котором поделился практическими примерами, поделился эффективными приемами рекламы в сфере недвижимости. Переходите по этим ссылкам, ознакомьтесь с видео, с курсами, с материалами наших курсов и привлекайте клиентов в вашу компанию. С вами был Максим Амельничук. До встречи!